Утренний покой жителей микрорайона Ивушки в Великом Новгороде сегодня нарушили вой сирен, выстрелы и обилие машин с мигалками. Происходящее серьезно обеспокоило горожан. Но тревога была учебной. Все новгородские силовые структуры провели масштабные совместные учения и отработали худший из возможных сценариев. Атаки террористов якобы подверглись дети. Площадкой учений стала 36-я школа. Голову на стол! Голову не запустили! Телефоны достали! Ложи на стол! По легенде учения, террористы захватили учеников и педагогов школы, ворвались с оружием прямо на урок. От прибывших на место правоохранителей они потребовали освободить из тюрьмы своего подельника $1 миллион и вертолет, который должен их ждать на аэродроме в Кречевицах. Кроме того, преступники выдвинули ряд неприемлемых политических требований. В случае отказа террористы грозили убить заложников. На место преступления были направлены подразделения региональных управлений ФСБ, МВД, ФСИН, ФСО и спасатели. В результате проведенной учебной контртеррористической операции преступники были обезврежены, а заложники освобождены. Кроме того, группа ликвидации последствий террористического акта отработала действия по эвакуации педагогического коллектива и учащихся школы. Руководство областного оперативного штаба отметило готовность правоохранительных структур и органов власти к борьбе с терроризмом.